3 часа ночи. Мы сейчас автофокус. Мы еще не выехали. Мы ждем карету. Здрасте. Первая наша карета была не самого лучшего качества. Там зато дерево. Там была очень душевная компания. Очень душевная. Да. Очень такой отговорчивый водитель. Собственно, да. 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 Традиционный радио шансон. Причем да. Он мило даже спросил у меня, вам ничего, типа, тут на шансон играет? Я говорю, вы да водитель? Да не норм. Мне норм. С вами не 6 часов. А да, я бы сказала, я вообще, нет. Чувак, уважуха. Мы еще подпевала. Не, рили. Было дело. Сама не знаю, откуда знаю. А, это вот такая клевая песня, типа... Мне прям... Мне прям заджу взял. Короче, он через 3 минуты приедет. Окей, дождь. Вот вы... Вот именно сегодня должен дождь. Это как соблазнить парня за 3 минуты? И там... Фатима, открылечко. Фатима! Гюльчатай, открылечко. Гюльчатай. Может, сзади откроют? А почему ты перевернулся? Как они так решают между собой, куда сесть? Ко мне туда. Почему? Просто. Я хочу спать. Бесишь. Ой, здрасте. Маня, он как в этом, в сумерках. Сейчас же у нас тут лаврует. На камере кого-то в темноте. Ага, здрасте. Он тебя не фокусирует. Он обиделся. Мы ждем Винни. А меня фокусируют? Тебя, да. Все нормально. Ну, что, давай, назад. Ну, да. Да не знаю. Не, а пакеты давай и еще. Да, есть, можно. Пакет давай. Возможности и мы скоро. Отправляемся. Здрасте. Привет. Выключили свет. Снова свет, но он не дадут. Ой, мне так похоже на свою маму, так мило. Ага. Проще. Только Моня выглядит. Да. Прям очень похоже. Очень похоже. Классно. Люди впервые видели Монину маму. А я даже не видела. Я такая делаю только на камере. Винь. Ой, здрасте. Она мне тебя зовет, подвинься ко мне, я такая, ну что, Винни? Блин, я не помню. Я вот только сейчас как-то. Она как будто стоит, мама стоит, ты. Короче, да, будет аудио. Аудио. Давайте, короче, да, что-нибудь скажем, пока мы не вырубились. Я поспала час, потому что не хочу спать. Ты спала? Да. Ты успела поспать? Да. Мы ничего не успели. Честно, я тоже час поспала. Мы вообще, мы бегом прибежали, мы пока заявки, пока все сделали, 12, бегом. Потом пошла мыться, потом поели, пошла мыться я, пошла она. Мы такие, бук, такая, я выезжаю. Я такая, чё? Я выхожу из ванны с тюрьмой. Ага. И мы такие, быстрее. Пока на мозг я гладила костюмы туда-сюда, скорее. Короче, да, трэш. Итак, мы собрались. Куда мы едем? Куда мы едем? В Ярославль! Молодец. Булка просто сегодня рядом с камерой. А что ты? А я пытаюсь. Скажи мне, пожалуйста. Не порть атмосферу. Снимает она, понимает. Я снимаю. Ну, вдруг видно. Не видно, но... А вдруг, ну, я Булка нарисую. Ну что вы такие, фу, без фантазии. Я 8 смотрела было.
Снег срывается. Получить. Какой снежок? Не надо там снежок. Там сзади прошла, полка дрыхнет. У Юльки потекушки. Какие кадры. Ну что, привет? Ну, как бы да. Походу, да. Ну ладно, там есть тоже ничего. Люди, смотрите, смотрите, как мы подъезжаем. Ой, эпично мы подъезжаем. Ну, а это все? Это оно? Первые 20 минут нахождения в Ярославе. Где мы? В Ашане! А все почему? Потому что кое-кто забыл свои труселя дома! Я хоть снимаю? Тебе трусы, тебе трусы! Ты покупай всех! В Ашане! Могли бы пряниками, нет. Пряниками не интересно. Давайте Толе. Идем. Значит, от магазинов тут у него нет. Они не в курсе, что Ашан открылся. А остальное все с 10, да? Ну, типа, да. Ну, сидишь тут до 10, пешком идешь до ДК. Она суровая. Там сзади что не стояла. Что все такие добрые? Все в кадре. Слушай, так не мечтается. Я с тобой так дурбанер. Что здесь происходит? Сумки? А, туалет? Туалет! Как говорил мой дед... Да, кстати. Как говорил мой дед, место, куда царь пешком ходил. Булка, все уже. Вижу цель, не вижу препятствий. Я в тупо. Блин, не те. Гамур, да сейчас мы еще и кеды купим себе на все танцы. Девочки. Девочки. Сейчас костюмы купим себе. Для чего? Шопинг в Ярославле. Тим в Ярославле. Зачем мы приехали в Ярославль? Для того, чтобы купить. Мы приехали, на самом деле, мы приехали за Физалисом. Мы, короче, тут это, приехали такие, купили себе костюмы, и сейчас будем в них выступать. Норм, да? Очень удобно. Что, снимаешь? Пока помню. Потому что приехали, вот они наши новенькие. Секта, Лиза обувается. И мы очень довольны собой. Пошли, пошли. Лиза, Лиза нас не видит. Когда я Моню называю, какая Моня? Когда я Лиза называю, какая Лиза? Вероника, что скажете? Вероника. Кодовое имя Вероника. Да. Для всех я просто Вероника. Персонально для Умы. Исходный гул. Да, исходный. Мы в зале. У нас репа сейчас будет скоро. Девки. Наши девки. Пошли танцевать. Нет. Просто начало. Репа.
Репа-репа, прикольно. Тут красивенький такой зайчик. Пошел. Снимай сейчас. Итак, рубрика «Закулисье» с киткатом. Знаете, как вот, типа микрофоны вот так? Что вы скажете в качестве кофе в данном заведении? Ну, кофе вкусное. Вкусный, 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 вкусный. Кстати, можно уже говорить «ОЕ». Нет. Ой, а у вас кофе вкусный? Понятно. А у вас вкусный кофе? Очень вкусный кофе. Он фокусирует? Фокусирует, вот так фокусирует. Итак, что у нас здесь? Есть форма. Лежит. Кроссовочки. На месте. А, знаешь, как типа? Чек-лист, чек-лист. Чим? Бинь, на месте. Моня? Бинь, на месте. Рин, пин на месте. Типа это, как, галочка, галочка. Да, отвали. Ома, пин на месте. Геня, пин на месте. Нет булки, где булка? Где булка? Хочу их снять, не боюсь. Не снимай! Не снять, не стоило. Я не отдам. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я показываю жизнь за кулисья такой, какая она на самом деле. Реальная жизнь, она вот какая. А вы думали, она какая? Пам-пам-пам. Засвечивает, что засвечивает? Вот так поработаем. На-на-на. Это все вырежет. Ты уверена, что ты хочешь это видеть? Я ненавижу людей. Пошли все вон отсюда! Боже мой, истеричка. Ну что, блин, свет. Вот так становится человек. Постепенно, пошажочек. Скоро я буду Listen, boy. My first love story. Человек, который уже собрался. Это я. Спокойно. А пустая коробка. По-моему, ты беспокойнее, чем я. Волка пытается приклеить ресницы. Здравствуйте. Как дела? Не очень. Почему? Хочется немножко вдохнуть под ноготь. Ей очень больно сейчас. Не снимайте меня. Это Булкины. Да. Там не врачу.
Это звучит, как мне в погоне просто. Мы со сценой. Мы скоро выступаем. Тебя видно офигенно. Перед нами еще мама. Все нормально, старая. Слышишь? Тебя лучше всех видно. Перед нами еще мама художник. О, ты такая, как из фильмов ужасов, темная. О, иди сюда, смотри. Нет, нет, смотри, смотри на нее. Стрёмно, да? Стрёмно. Нам сказали, что мы клёвые. Да.